Здравствуйте, мои дорогие белорусы, все, кто на родине, все, кто в изгнании, и не только белорусы. У меня вот немножко накипело, решил как бы поделиться. Представлюсь с самого начала. Меня зовут Михаил, я отец Никиты Михайловича Золотарева, жителя города Гомеля, Республики Беларусь, который до сих пор отбывает наказание в Бобруйской воспитательной колонии. Хочу немножко вернуться к августу прошлого года. 11 августа моего сына из дома забрали люди в черном. Потом была реанимация, допросы, суды. Все суды и обвинения базировались на том, что он мог, предполагал, хотел, может быть, помышлял. И так 9 судов. И в конце концов 5 лет лишения свободы выдал ему Дебой. К сожалению, имени его не помню. Моему пацану 17 лет. И сейчас он сидит в тюрьме. Недавно отсидел 13 суток. 7 вывели на коридор и дали еще 6. 3 недели не было вестей. Ни звонков, ни писем. Но, слава богу, позавчера он позвонил. Сказал: папа, все нормально, не беспокойтесь. Просто попросил прислать посылку. Свидание его лишили. Вот так мой малой сидит. Дорогие мои белорусы, и не только белорусы, все добрые, порядочные люди, давайте поддержим моего малого хотя бы письмами. Завалить этих админов, чтобы они там разгребали круглосуточно.